Добро пожаловать в Шато Смит. Ваше пальто. Истинный джентльмен. Еще один пятничный вечер. Еще одна красотка. Располагайся. Возможно, я был счастливее. Играя по собственным правилам. А ванная? Туда тоже нельзя? Туда можно. Вон там. Сам делал всю работу. Чтобы никогда не жалеть. Ух ты! Это потрясающе! Ты никогда не разглядывал людей на улице? В этом городе полно чудаков. Один парень из моего дома. Черт! Прости. Есть что-нибудь? Джон, я чувствую себя... Грязная шлюха. У меня была система. Все на своем месте. Со временем все меняется. Можно сопротивляться этому. А можно меняться самому. Я не собирался меняться. Я не знал, что грядут перемены. Некоторые люди боятся перемен. Но бояться стоит меня. Джош Фолан, Джессика Кей, в фильме «Все создания Божьи». В фильме также снимались Тиффани Ли, Адам Барнетт и другие. Оператор Фрэнк Ликата. Продюсеры Джош Фолан, Мэтт Джаред. Автор сценария Джош Фолан. He's a ladies' man.
Режиссеры Райан Чарльз, Фрэнк Леката. Лидия. И куда это ты собралась? Будешь бродяжничать? Я не вернусь. Конечно. Я серьезно. Конечно. Увидимся, когда у тебя кончатся деньги. Дрянь. Я всегда любил кино. Жизнь на экране. Ну вот, дикари. В них показана самая суть человека. Мой любимый фильм «Ночь охотника». Убийства, грабежи, мертвые девки, Роберт Митчем. Что может быть лучше? Трофей. Что-то, чтобы помнить каждую из них. Hey. Слушай, что за записка? Я не могла рассказать, что задумала. Ты бы попыталась меня остановить, и мы бы поссорились. Так было лучше. Ты меня бросила? Я тебя вытащу, не волнуйся. Я осталась одна. Шон бы мне не позволил. Поверь, он вызвал бы полицию и устроил переполох. Ты моя сестра. Почему ты не можешь обо мне позаботиться? Я должна доказать, что могу. Обеспечить тебя, найти себе работу и все такое. Именно это я и сделаю. Ты веришь? Да, нет, не знаю. Ладно. Я прекрасно понимаю, что ты испытываешь. Обещаю, я буду звонить тебе каждый день. Ладно, мне пора. Я люблю тебя. Пышной пенкой. Как всегда, миссис Гарбер. Какой милый мальчик. Спасибо, миссис Гарбер.
Я не сказал привет. Нет, вы просто смотрели, будто задумали что-то грязное. Я тоже баловалась наркотиками. Что вам угодно? Что мне угодно? Дом с тремя спальнями и садом, удобные туфли, работу, страховку, щенка. Это все, что мне нужно. Вот это короткая беседа. Правительство, которое работает теплую ванну перед сном, чувство абсолютного спокойствия, когда я ложусь спать, и мир на Среднем Востоке. А вы чего желаете, Джон? Откуда вы знаете? Бейдж? К чертям, просто кофе. Нужен диплом. 5 лет опыта. Женщины ищут мужчин. Еще один мой любимый фильм. Убийство Кеннеди. Доказывает, что особенных нет. Умирают все. Каким бы великим ты ни был, смерть подкрадывается незаметно. Итак, подумаем, что мне угодно. Дом с тремя спальнями и садом. Туфли, работу, теплую ванну перед сном. И мир на Среднем Востоке. А вы чего желаете, Джон? Откуда вы? Бейдж. Привет. Привет, милый. Ищешь компанию?
Что-то не так? Я сделаю тебе массаж. Правда? Да, разомну плечи. Ладно. Ты платишь. По крайней мере, не предлагаешь просто Ник? Да. Я снова веду ржавый грузовик по извилистой грязной дороге. А сзади они. Яйца. Их 12. И они не в коробке. Они просто катаются. Я потею. Я просто уверен, что... Ник! Мне жаль, но... Да. Уже 11. А могу я... У тебя есть кто-нибудь после меня? Не можешь ли ты остаться подольше? Я бы хотел... Я могу заплатить. Я не пошел на Kill Rock Stars. Мне вообще не нравится Kill Rock Stars. Да, сплошная глянец. У тебя есть мнение или ты просто подслушиваешь? Ладно. Придурковатая. Думаю, ты нарушила правила поведения. Ну и пусть. Они идиоты. Перестань фальшиво улыбаться. Вы мне? Здесь больше никого нет. А с чего бы моей улыбке быть фальшивой? Да ладно. Ты любишь людей не больше меня. Неужели? Расслабься, я никому не скажу. Мне легче заставить животное чувствовать себя неловко. Оно перестает чего-то от тебя хотеть. Может, мне стоит попробовать? Как поиски работы? Продвигаются. Опять делаешь минеты? Это безответственное поведение опекуна. Дай мне чуть больше времени. Видела Кристи Коннор в новостях? У них была драка в школе, и ее друг выложил ролик в интернете. Это показывают по телевизору. У меня сейчас нет телевизора.
Ясно. Ну, это был класс. Кристи, та еще тварь. Выходи. Мне пора. Я стараюсь, ты не представляешь, как. Знаешь, плевать я хотела. Опять бросаешь трубку? Привет, я звоню Лили. Кофе. Видел ваше объявление. Вы сегодня свободны? Может быть... Нет, занята. Ну, можно позже. У тебя кто-нибудь есть? Только ты. Ты встречаешься с кем-нибудь? Нет. Ты гей? Вроде нет. Спасибо. Доброй ночи. Тогда ты ведешь меня ужинать. Куда идем? Это название ресторана? Вообще-то я сегодня не могу. Можешь. У меня другие планы. Что за звуки ты издаешь? Пошли ужинать. Пытаюсь понять, рассказать ли тебе выдумку или правду. А что интереснее? Я только что переехала. Из Филли. Там осталась семья. Предки умерли несколько лет назад. Я никогда не играла в школьных спектаклях или команде. Сейчас пытаюсь копить денег, чтобы забрать младшую сестру. Все? Это жалостливая выдумка? Нет, боюсь, это правда. А что у тебя? Я много почищаю. Я очень чистый. Ты не принесешь мне пиво? Где шляется твоя дрянь, сестра? Открой бутылку. Спасибо. Она нам все равно не нужна. Да? Ты отлично смотришь за домом. Просто чудесно. Я здесь живу. У тебя есть редкая игуана, гитара или что-то еще? Предлог, чтобы я поднялась. Мне завтра рано на работу. И у меня сегодня еще много дел. Дел? Да. Дел. Ну, ладно. Я не хочу... В общем... Пострадать? Чтобы ты пострадала. Это так мило. Хватит. Не волнуйся за меня. Я большая девочка. Так сейчас говорят. Почему я ей отказал?
Ладно. Как хочешь. Может, в другой раз. Спокойной ночи. Ну, хоть твои контакты возьму. Контакты? Телефонный номер. Я заглядываю в кафе, когда хочу пообщаться с тобой. Да, конечно. Колись. Не в буквальном смысле. 914-555-34-26. Отлично. Теперь твоя милая личика будет у меня каждый раз в телефоне. Кажется, я моргнул. Я в этом не уверена. Глупость. Теперь у тебя есть мой номер. Ты Джон? Атена, полагаю. Единственная и неповторимая. Рад тебе, Делия, входи. Закрой за собой дверь. Ждешь кого-нибудь? Уж точно нет. Но в городе полно безумцев. Так и есть. Будешь пить? Нет, спасибо. Тело Атены, храм. Ты приготовил дань? Что? Ах да, аквариума. Боишься, что я что-то испачкаю? Все может быть. Милый парень. Не стучи по стеклу. Ладно. Ну что? Располагаться в спальне? Нет. Здесь, на диване. Точно? Располагайся на диване. Ясно. Где мне переодеться? Ванная там. Сейчас вернусь. Мне лечь на подушке? Или быть сверху? Посмотрим. Может, даже на полу. Как скажешь, милый. Кстати, я тоже кое-что хотел взять. Игрушку? Атена их любит. Ну и прекрасно.
Привет. Привет. Как жизнь? Что происходит? Я сбегаю. Ты же столько раз сбегала. И ничего хорошего из этого не вышло. Когда это кончится? Сейчас мне почти 25, это другое. Меня считают взрослой. Babe in the backyard, dig the dancing queen. Like I wish I was, like I've never been. Лидия. Лидия, ответь мне. Что? Это Джон. Из кофейни. Заходи. Если я коварный убийца? А если я коварный убийца? Ты сегодня не пришла. Твой кофе. Я принес для тебя. Молодец. Сколько я должна? Нисколько. Хоть кто-то меня любит. Он холодный. Я приготовил его утром, но ты не пришла. Будем пить кофе со льдом. Я думал, не сходить ли нам в кинотеатр? В кинотеатр? В кино. Дай мне минуту. Личный кумир? Тед Банди. Родился в 1946-м. Совершил много убийств. Казнен в 1989-м. Надеюсь, я буду не хуже. Пошли. Как это работает? Я просадила $5. Да, я. Прошу. Что ты хочешь? Подушку-сердечко? Нет, змею. Вдохновляет. Нельзя просто опускать клешню. Нужно рассчитать время и траекторию. Склонитесь передо мной и принесите клятву верности. Я Конан, уничтожитель машин. Мой герой.
Гонки вчера смотрел? Да. Многие лишились денежек. Да уж. Тебя что-то беспокоит? Давай. Расскажи старику Дону. Просто размышляю о том, что внутри. Внутри чего? Не знаю. Тебя, меня. Внутри меня двойной чизбургер, луковые кольца и опухоль, которая не рассосется. У тебя есть сожаление? Да. Они у всех есть. Так говорят, верно? Я говорю за себя. И что ты с ними делаешь? Куда их деваешь? Они же внутри, они там живут. Они никуда не уйдут. Верно? Я встаю утром, бреюсь, иду в душ, пью кофе, иду на работу. Пью еще кофе. Разбираюсь со всем клиентским дерьмом. Иду домой, ложусь спать, просыпаюсь и повторяю все то же самое. И помогает. Я вижу это так. У меня есть ежедневные дела. И слава Богу, так я не сбиваюсь с курса. Так все и происходит. Пока я опять не напортачу. Послушай старика, Шон. Если ни о чем не сожалеешь, значит, нечем им вспомнить. Действуй. Да, верно. Удачи тебе. Спасибо, Дон. Привет, тетя Би. Что случилось? Как мило. С чего бы? Я не просто уехала. Я сбежала, потому что... Нет. Даже не начинай это свое, Делия, послушай. Ты понятия не имеешь, через что нам пришлось пройти с этим мерзавцем. Или имеешь? Ты знаешь, что творится в том доме? Знаешь, что там творится? Вот что я поняла после того, как уехала. Каждый знает про себя самую страшную правду. Это очень успокаивает. В чем твоя правда, Барб? Привет, сладкий. Зависит от того, чего ты хочешь. Я вывешу твой номер на всех сайтах, грязный извращенец. Могу я помочь, мисс? Какого черта они хотели? Полиция? Кофе? Иди за стойку. Я хочу тебе кое-что показать.
Не вредничай, иди. Набери номер. Какой? Любой. Спасибо, что позвонили. Вот черт, мне пора идти. Я через полчаса освобожусь. Прости, я кое-что забыла сделать. Ну, в другой раз тогда. Я тебе позвоню. Ну и бред. Прошу тебя. Разве брак — это счастье? По-моему, это сплошное страдание. Кто вообще захочет жениться? Лично я говорю, к черту. Заткнись. Прости? И я сказала, заткни пасть. Ты говоришь с тех пор, как я пришла. Трахаться будем? Да. Чья это задница? Чья, говори? Твоя. Твоя. Точно, моя задница. Моя. Митчем. Кеннеди. Банди. Митчем. Кеннеди. Банди. Выбор сделан. Я не остановлюсь. Пора начать. Меняться. Меняться. Я бы мог о тебе позаботиться. Тебе бы не пришлось больше этим заниматься. У меня есть деньги. Я успел удачно вложить их до кризиса. Обращайся. Нельзя курить. Иди ты к черту, шлюха. Привет. Могу я прийти? Сейчас? Сейчас. Сегодня неудачный вечер. Мне кое-что надо сделать. Да ладно. Просто это важно. Позволь мне прийти, я не помешаю. Ну ладно, увидимся в кофейне. Я буду там. Спокойной ночи. Пока.
Простите, что заставил ждать. Но вы же всю жизнь ждали правильного решения. Так что несколько минут не проблема, да? Простите, у нас шутки такие. Да. Итак. По итогам вашего тестирования... Мне бы хотелось спросить, что вы собираетесь делать со своей жизнью, Делия? Со всей жизнью? Как у вас с математикой? Средне. Знаю цифры до 100. Так. А как насчет баз данных? Это не для меня. Ясно. А компьютеры? Умею искать порно. Это у нас шутки такие. Ясно. Ну, я ввел ваши данные в нашу систему. Поскольку у вас нет резюме, вы не учились в университете. Выкладывайте. Нашлось только одно место. Лифтер. Идет. Увы, это все, чем я смог вам помочь. Say you wanna take me to the park, some place privacy that's nice and dark. I wish I could because it's such a tar, but darling, I know that ain't smart. And don't worry, baby, no need to feel sad. Soon I'll be gone, and you'll probably be Привет, это я. Сейчас я выхожу и сразу еду к тебе. Поезда ходят каждый час. Самое позднее, к 8 я буду на месте. Покой, вещи и... Люблю тебя. Перезвони. Лидия? Нет, это Джон. Привет. Что готовишь? Красный перец обжариваю с луком, чесноком и соевым соусом. Еще я грею воду для пасты, а начнем мы, думаю, с салата. С ума сошел? О чем ты? Мне было неловко, что я не смог встретиться с тобой вчера. Я решил приготовить ужин. Глупый. Тебе понравится. Джон, послушай. Прости, я тебя перебил. Что ты хотел сказать? Просто у меня на сегодня планы. Послушай, я уже почти все приготовил. Получится, что я потерял целый день, да еще столько еды пропадет. Ладно, несколько часов не проблема. Звони, как подъедешь. It's
Здравствуйте, сэр. Вверх или вниз? В пентхаус. Буду наблюдать, как две венгерские стриптизерши дерутся за кокаин на головке моего огромного члена. Я очень важный человек. Вверх, сэр. А затем я нажимаю кнопку и... Представь, парень рассказал мне о здании. Там телевизор, в лифте. Круто. У меня есть форма. Правда? Сексуально. Да? Ты так считаешь? Да. Мне надеть форму и прокатить тебя вниз? Возможно. Прости. Просто помечаю территорию, как собака. Ты правда думаешь, что мне нравится Делия? Лидия. Доброе утро, прекрасное создание. Завтрак подан. Мне пора. Вчерашний ужин был так плох? Отличный ужин. Просто отличный. Что ты делаешь? Поговори со мной. То, что мы делали вчера, бывает так редко. Жаль. Ты для меня особенная. Вся особенная. Это неправда. О чем ты? Что такое секс? Не знаю. Ничего в нем особенного. И даже птичек цветных нет. Где мои туфли?
Я не понимаю, что я сделал? Ты ничего не сделал. Дело не в тебе. Ты мне дорога. Ты меня не знаешь. Я хочу узнать. А я нет. Не понимаю, я ведь ничего не сделал. Это мои проблемы, Джон. Вот такой я человек. Я тебе дорога. Ты шутишь, что ли? Ты же ничего обо мне не знаешь. Помоги мне узнать. Что ты хочешь узнать, Джон? Что я проститутка? Что сплю с незнакомцами за деньги? Тебя интересует девушка, которую ты придумал. Я пошла. Лидия. Лидия. Митчем, Кеннеди, Банди. Митчем, Кеннеди, Банди. Виски. Мы разговорились, и нам всем интересно, каково это переспать с профессиональным бейсболистом. Я не люблю рассуждения. Я человек действия и фанат бейсбола с детства. Я Кира.
Джон! 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 Митчем Кеннеди Банди. Митчем Кеннеди Банди. Вот чем я занимаюсь. Кто она? Не знаю. Никогда этим не интересуюсь. Никогда? Их было много. Я исключение? Где ты была? Я нашла сестру в ванной. Она вскрыла себе вены. Этот кусок дерьма забрал у меня все, что мог. Нужно о ней позаботиться. Неожиданно я поняла, что сделала нечто, что отделило меня от остальных людей. Что уже невозможно изменить. Теперь я не могу быть как все остальные. Я никогда не чувствовала такой пустоты. И никогда не забуду это ощущение. Как будто я оказалась в другом мире, из которого нет выхода. Что теперь? Мы убьем моего отчима. Лидия, я на работу. Убери все к моему возвращению.
В убийстве гораздо больше смысла, чем вы думаете. Это не просто обычный день. Как день, что был до этого, или день, что наступит потом. Вы совершаете самый бесчеловечный акт над живым разумным существом. Мужчиной или женщиной. Попробуйте сами. Попробуйте. Ладно, пора убить его. Такой день. В вашей памяти надолго. Ничто, кроме убийства, не дарит таких ощущений. Да. Так и есть. Я ненавижу людей. Ничто так не радует, как возможность избавиться от швали. Эта тварь весь день ходит по нью-йоркскому поезду. Мы решили осуществить это вместе. Моя жизнь все-таки необратимо изменилась, я ничего не имел против. Каждый вечер поезд 12:17 подъезжает к сортировочной станции Penn Station. Удобно. От него несложно будет избавиться. Каждую ночь. Этого выродка можно взять одного. Никто даже не заметит, что с ним случилось. Что значительно облегчает нашу задачу. Сейчас самое время осуществить задуманное. Ничего изменить уже невозможно. Уверена, что хочешь сделать это первой. Теперь нас двое, и мы действуем вместе. Это мы. Это мы. Все изменилось. Я видел. Видел, как в ней происходила перемена. И как меняюсь вместе с ней я сам. Я не знал, что так будет. Я не знал. Твое любимое мороженое? Шоколадное. Ты любишь шоколад? Любимый фильм? Удивительно. Бесконечная история. Кем ты хотела стать в детстве? В детстве я хотела дрессировать животных. Хорошо.
Мне нравились дрессированные дельфины. Это здорово. Нас стало двое. Режиссеры Райан Чарльз, Фрэнк Ликата. Фильм озвучен телекомпанией НТВ+. Herself living that life of cush, and you think it's fine, but it's not. Nightmares will haunt you all the time, and you sit here wasting precious time. Sam.